Добрый день! Сегодня я буду готовить закусочные печеночные пирожные. Это замечательная альтернатива к печеночному торту, так как оно подается порционно и съедается моментально. Мне понадобится куриная печень, соль, перец, яйцо, майонез, мука, майоран, морковь, лук, чеснок и зелень. Через мясорубку прокрутим печень и лук. Для удобства я нарезала лук небольшими кусочками. Натираем морковь на мелкой терке и добавляем в печеночную смесь. Посыпаю солью, перцем, майоран, вбиваю яйцо, перемешиваю и всыпаем приблизительно 3-4 столовые ложки муки, в зависимости от густоты печеночной смеси. Все хорошенько перемешиваем. Выкладываем по 1 столовой ложке печеночной массы и обжариваем оладушки с двух сторон на растительном масле. Обжаренные оладьи выкладываем на салфетку для того, чтобы впитался лишний жир. Готовим начинку. Лук нашинкуем кубиками и обжариваем на сковороде в растительном масле. Морковь трем на крупной терке и добавляем к луку. Овощи обжариваем до мягкости моркови. Солим, перчим по вкусу и добавляем чеснок. Хорошо перемешиваем и снимаем с огня. Перекладываем в отдельную посуду и заправляем майонезом. Формируем пирожное. Между двумя оладушками прокладываем начинку. Готовое блюдо посыпаем рубленой зеленью. Но я для яркости добавлю еще кружочек помидоров. Очень вкусно, сытно и быстро. Я желаю вам приятного аппетита!